Друзья, всем привет! Сегодня 1 августа. Поехал я обратно из Арамиля до дома. Сейчас до родителей доеду, там в сад поедем. Ну и за одним сразу же там сбору продолжу. То есть канистрочку надо найти, потом по сиденью я подумал, может снять его заднее именно сиденье, да, чтобы вообще ровный пол был. Сейчас как бы под углом чуть-чуть получается. Ну это я все покажу. Попробую полежать вот так вот под углом. Если не будет удобно, то в принципе можно сиденье снять. Короче, у меня как бы смысл такой. Есть такая мысль, что может вообще просто спальное место разложить. И пускай она всю неделю разложена будет. Чтобы ничего там не собирать, ничего, сумки можно сверху в принципе поставить. Вот. Ну вот сегодня попробую все дело. Приехал в свой город, Снежинск. Сейчас за родителями. Ну, может они в сад поедут, и уже за одним. Приятное с полезным совместить. Погода наладилась, выезжало было облачно, а сейчас солнечно. В общем, сейчас из багажника буду выгружать, палатка. Наверное, сад туда затащу куда-нибудь на столик. С пола начну смотреть, вернее, что там под фарш полом. Опустим сиденье, попробую полежать. В общем, пока такой план. Ноги торчат только, и все. Это объясняйте сиденье, ребят. Да нет, зачем? Не, ну ты посмотришь, ноги упираются. А, ну давай я скрываю. Ноги уберу пока. Не должны упираться. О, кайф. То есть у меня 1,71 м, у меня... Замечательно. Замечательно. Ну вот я говорю, я же сюда еще вверх могу чуть-чуть подвинуться. Здесь подушка, если... Все, спать с моим-то ростом как раз. Она мне не больше, так что сняли. Подушку помучились. Мы сняли. О, видишь как? Вообще ровно пол. На чем они держатся? На чем-то держатся. Да нет, на это ложится. Ну вот. В общем, ребята, попробовали без сидения. Видите как, они ровнее. Но у меня поясница вот здесь прям получается. Соответственно, не очень это дело удобно. Вообще упирается сильно. И также Уралина тоже упрется, потому что мы небольшого роста. Видимо, знаете, кто длиннее, у них поясница уже сюда ложится, да? Им надо продлить эту тему, поэтому они так делают, и им это удобно. Ну, роста я маленького, 1,71 м, и получилось, что поясница сюда. Соответственно, сейчас принял решение, что обратно сиденье мы поставим. И будет чуть-чуть под наклоном, но, по крайней мере, первый раз это лег, и мне вообще никакого дискомфорта не было. Вот в положении опущенном без подушки я лег, и, конечно, не очень удобно стало. Поясницу прям передавливает, и плюс, знаете, голова ниже попы получается некомфортно. Ну все, ребята, будем вот так вот ехать. Так, я вот спальное место ставлю, для спины нормально, все удобно. То есть это с подушкой сиденье. Вот не такой, вот небольшой здесь угол как бы есть, да, но он такой, какой-то сглаживающий. Я вот лежу на подушке и прям кайфую. Прям в полный рост. Вообще круто. Тут еще если одеяло постелим, будет ништяк. И вот всю неделю будем вот так ехать, сюда вещи сгружать, потом все на переднее сиденье перекладывать. Плюс у нас вот здесь вот сколько места, сюда тоже куча вещей поместится. Вот от качели нашелся. Слушай, прикольно. Сборы. Сюда, смотрите, стульчики, барбекюшница, мангал, два стула, да, топор. Сюда, в принципе, что-то еще можно положить. Что бы туда еще положить? Короче, я думал, сейчас быстро все это заполнится. Офиг там, блин. Короче, вы все эти места раскидали, а не заполняется пространство вот тут. То есть еще что-то сюда надо. Хотя уже вроде все полезное взяли. Видите, палатка там, уголь там. Это еще наши вещи будут. Ну, а наши вещи тут сверху будут. Ну, то есть, в принципе, все полезное, то, что нужно. Даже газовый баллон снизу спрятали. Вот пищу разогревать. Там два баллона у нас. Потом газовая горелка, домкрат, насос. Здесь масло. Короче, охлаждающая жидкость. В общем, всего. Тут вот, не знаю, с этим местом надо будет разбираться. Что туда ложить, еще не представляю. Но сейчас мы это все закроем уже. Сразу все постелю и буду так ездить. Ну, походу уже в неделю какие мысли будут приходить. Мы будем складывать. Ну, вот, смотрите, вот так вот получилось спальное место. В принципе, замечательно все.
Там, значит, у нас пенки внизу, это матрасик. Под качели пригодился, но потом привезу. То есть вообще очень мягко. Я уже попробовал. Сейчас кто-то из нас будет там лежать обратно, поедет, наверное, папа. Чемоданчик у нас будет вперед перемещаться седой. Антенну. Антенну давай, можно ее прикрутить пока. Зачем? Ну, так а что она тут? Ну давай, куда-то сюда. Да, если не мешает. Ну да. И так до юга. Я поехал. Кстати, планшет. Да, тебе еще планшет сюда, интернет раздать. И больше мне ничего не надо. Не, подушку надо. Надо подушку? Не, сейчас-то не надо. Рюкзак можно сейчас? А так-то надо. Так, я тебя закрываю, тогда тихонько. Мягко, кстати, получилось-то? Ну, я бы не сказал, что сильно, как дома. Ну, понятно, что не как дома. Но подушку надо, да? Подушку надо. Но для спины так-то же нет перегиба, не чувствуешь сильно? Нет, вообще классно. Это вот сравнить, как мы с тобой спали в этом. На сиденьях это вообще не очень было. Ну, а здесь вообще классно. Ну, ладно, закрывайте. Потому что на Алтае выбора не было по-другому-то. Ну, можно было на передних тоже. Не, ну фальшпол, видишь, не испытали мы. Потом тоже. Который поставил. Это мы вспоминаем, как с отцом на Алтае ездили. Видео есть у нас на канале, Денчики. Что мы спали там. Отец на заднем сиденье, я на переднем. И сейчас. Не, ну все равно ноги же вытянуты. Да, вытянуты. Нет, можно же, пап, на живот лечь и смотреть вот вперед. Можно и так. Ну, то есть разные способы, как приспособишься. О! Нормально. Тоже удобно. Мам, вот тебе вот так вот удобно было. Все, ребят, сейчас мы там в магазин, в гараж еще там мелочь доделаем. Но уже, думаю, с вами встретимся мы уже в поездке. А, подождите, с вами еще встретимся, я еще маршрут не выложил, выложу на днях. Да. Так что всем пока-пока, подписывайтесь на канал. Поехали с нами в Крым. Вот. Там с кем, если что, возможно, по пути будем встречаться. Ну, ребята, давайте с пониманием, что только по пути. То есть маршрут для этого и выкладываю. Что не будем мы там отвлекаться на 200-300 километров ради встречи. Потому что мы едем в первую очередь отдохнуть. Вот, поэтому заранее благодарю за понимание. А так, не против встреч совсем. Все, всем удачи, пока-пока. Папа, блин, первооткрыватель. Из багажника вылез. Сейчас достанемся.